Сегодня у нас в гостях шоу «Балет Экзотик». Представляю вам наших гостей. Организатор и руководитель шоу «Балета» Елисеева Татьяна и участницы балета Анна Трифилова, Татьяна Отинова и Екатерина Гончарова. Девушки, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, Татьяна, как организовался ваш коллектив и как давно это произошло? 6 лет назад организовался наш коллектив. Выступаем мы давно, часто, хорошо. А выступаете только в Перми или все-таки гастролируете по другим городам? Конечно, гастролируем по всем городам России и области. На севера тоже выезжаете? Конечно. А скажите мне, пожалуйста, вот Татьяна, вы сами танцуете, и почему все-таки решили создать свой собственный коллектив шоу-балет? Ну, потому что я понимаю, что я всю жизнь танцевать не буду, и пусть танцуют молодые, красивые. Улыбчивые. Улыбчивые, харизматичные. Татьяна, кто занимается постановками танцев? Привлекаете каких-то хореографов, либо все делаете сами? Приглашенные хореографы у нас, чтобы всегда было вкусно и интересно, и разные номера. Ну, поскольку у вас все-таки коммерческий такой вариант, да, я так понимаю, что все-таки публика, она требует определенных танцев, определенных направлений. Вот как думаете, что сейчас более актуально? Конечно же, интерактив. Люди... Что такое интерактив? Привлечение людей, гостей. То есть они танцуют вместе с вами? Да. И только интерактив и все? А вот так вот по танцам. Куба, вот сегодня мы увидели Кубу. Может, как латиноамериканские танцы, может, что-нибудь другое направление. Тверк. Тверк, к сожалению, мы не танцуем. Угу. Это не коммерческий вариант, угу, на банкеты. Кубу очень любят, Бразилию очень любят. Любят все шикарное, все такое яркое, сочное, красочное, чтобы было всегда лето. Ну да, уже очень хочется каких-то ярких красок, и так замечательно, что вы сегодня пришли к нам в гости. Смотрю на ваши костюмы, на плазме тоже ваше выступление. Скажите, Татьяна, кто занимается костюмами, кто шьет, либо готовые костюмы заказываете? Все на заказ, все шьем в театрах, в ателье, в театральных. Это не основная ваша деятельность, и что каждый из вас имеет свою работу, свою специальность. Да, расскажите, кем работаете и как все-таки попали в коллектив? Ну да, на самом деле у нас у кого-то работа, у кого-то учеба, у кого-то даже несколько работ. Я, например, преподаю, а попали просто с детства, танцевали, ну все девочки, и я в том числе, танцевали с детства. И периодически Таня как раз объявляет кастинги в шоу-балет, потому что, ну, необходимо там дополнить состав. Вот, видели объявление, приходили на кастинг, проходили этот кастинг, ну и в дальнейшем вот остались в шоу-балете. То есть я, например, уже более 4 лет танцую. Угу. Екатерина, кем вы работаете? Или учитесь? Как-то на вас посмотрели, когда про учебу сказали. Я учусь в Институте культуры, вот уже на 3-м курсе, и попала я в балет благодаря Ане. Мы учимся вместе, как раз не хватало девочки, и, ну, как-то мне тоже хотелось танцевать как-то побольше. И вот я пришла, и уже как 2 года здесь, да, 2 года. Ну, вашему коллективу 6 лет, значит, можно сказать о том, что у вас постоянно меняется состав. То есть костяк остается, 3 человека, да, шьются костюмы на 3, а все-таки периодически девушки уходят. Куда уходят? Девочки взрослеют, девочки хотят, да, угу, замуж, девочки хотят рожать лялечек, угу, поэтому, ну, это нормально. Мы к этому хорошо, нормально все относимся. Считаете ли вы шоу-балет «Экзотик» своей семьей? Я считаю своей семьей шоу-балет «Экзотик». Мы очень дружим, мы встречаемся там помимо работы. То есть не так, что мы на репетиции пришли, молча там поздоровались, потанцевали, ушли. Мы знаем там о проблемах, о сложностях, о радостях друг друга, поддерживаем друг друга. В том числе там с Таней, естественно, тоже встречаемся частенько. Поэтому, ну, конечно, да, семья. Куда же без руководителя? А да. Татьяна, она жесткий руководитель, она требовательный руководитель? Очень требовательный, да. То есть опоздать вам не придется ни на один корпоратив, ни на одно мероприятие. А расскажите, девчонки, самые запоминающиеся мероприятия, может, в каких-то городах, где выступали, что вам больше всего запомнилось? Ну, такое грандиозное для вас. Насколько я помню, мы ездили в Тюмень не так давно. Мы были как приглашенные гости, да? То есть, звезды. Ну, приглашенные звезды. То есть там были участники из разных городов, и в том числе мы. То есть мы также ярко, красиво себя показали, порадовали гостей своим приездом. Татьяна, расскажи, пожалуйста, какие вот ваши грандиозные планы на будущее, если такие имеются? Может, хотите увеличить состав? Увеличить состав однозначно до 19-20 человек. Хочется мини-театр, хочется, чтобы приходили люди уже и смотрели, покупали билеты, делать шикарные какие-то
реквизит шикарный, да, какие-то уже более масштабные проекты. Да, хочется, все хочется. В общем, будем готовить город Пермь к мюзиклам от шоу-балета «Экзотик». Ну, примерно так, да. Девушки, спасибо вам огромное за яркое настроение, за яркое субботнее настроение. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был шоу-балет «Экзотик». Всем отличного настроения и ярких красок вам в ленту.